Кому оно нахуй нужно? Уебище. Ты о чем? Лучше думать о своей жизни и о своих делах. Я вчера не смог сдержать эмоции. На двуличие Лупатова высказался, что я про него двуличного упомнил. Сказал, наверное, не ожидал, что долетало. Ты зря смотришь на эту хуету. Смотреть на такое, это называется принижать собственное достоинство. Ну, вот что ты там смотришь, что ты там хочешь увидеть, скажи мне честно. Что там? На синяка я могу понять, почему смотрит, потому что он ущербный, там каким-то образом хотят от него, не знаю, там, на него, может, извращенцы смотрят и всякие, кто с отклонениями, да. А на этого, что на него смотреть? Чем он примечателен, скажи мне? Привет, дед. Ну, вот видишь, как. Печаль, короче. Я думал, на Савеловский, ну, блядь, с таким интернетом все желание пропадает что-либо делать. Может, если и будут запускаться, так только в домашних условиях. Не знаю. Короче. Как-то так. Груз печаль овладевает. Поднимайте лайки, блядь, на все, что тут происходит. Ждал этот момент, поэтому и смотрел, копил на злость. Вот я, значит, когда-то заблокировал, теперь снова разблокировал, теперь снова заблокировал. Или что там? Я хуй его знаю. У меня, если бы, я не знаю, блядь, в тюрьме сидел в зоне, блядь, вообще, казалось бы, куча свободного времени, нихуя. Даже если бы я в таких условиях был, и был бы выбор, блядь, прочитать книгу или посмотреть беззубую хуйню, то, блядь, лучше прочитать книгу или вообще поспать. Вот я не понимаю, зачем смотришь, зачем, что ты там хочешь увидеть. Не понимаю, никак не понимаю. Ты еще что-то пытаешься доказать. Пока ты там находишься у него на канале, ты уже делаешь пользу ему, понимаешь? Забыть и все, до свидания, иди нахуй. Все, что можно сказать в его адрес. На синяка лучше смотри, да и то там. Если ты нормальный, то тебе смотреть нечего. У него там люди с отклонениями смотрят, которые любят обрубленных инвалидов. Погугли, есть там такая категория людей, которые наслаждаются такими, как синяк. Буду подбираться долго, буду мучить его маленький разум, пытать макушечный мозг. Слишком много у него модеров развелось же полезно. Каких слишком много? О чем ты говоришь? Кто у него там? Там 2-3 человека одни и те же. По-моему, в сторону Убирай, блядь, приходит. Нужно, блядь, со своими тряпками, чтобы приходить чистить это хозяйство. Здесь еще и холодно. Проходы, блядь, неудобно. Зубы меня не блокировали. Я просто вышел от него уже давно. Потому что дерьмом он попахивает.
доказать ничего не доказывает. Но правду не скажу, пусть знает, что это видно со стороны, а то он занимался. Сюрреалист. Я тебе скажу, лучший вариант, как можно задействовать, как повести себя наиболее грамотно и мудро. Очень просто и очень легко. Полный игнор нахуй. Не создаешь, не делаешь ему часы просмотров вообще. Не посещаешь его канал. Все. Если станет любопытно, блядь, через полгода зайдешь, посмотришь, что у него там осталось, живой он или нет. Если бы каждый так сделал, все, он был бы нахуй никому не нужен. А так у него еще сидит там, блядь, 100-200 человек до поры до времени. Вот мой тебе совет, если ты думаешь как-то ему лучше всего, как навредить, так вот так. Как говорится, не создавай активность на его канале. Делай что-то другое. Посещай другие места в интернете. И все. И это будет самый топ. Лучшее решение. Попахивающие дерьмо. Должны знать о себе правду. Не зазнаться со временем. Не чувствуют себя слишком много. Надо им напоминать, кто они. Я родился говном. Можно сказать и так. Просто доказывать ему это не имеет смысла. Если вы приходите на его канал и играете по его правилам, то вы так ничего не докажете. Если что-то хотите доказать, снимайте ролики, выкладывайте или каким-то образом делайте такой контент. Но не сидите у него и доказывайте в чате. Вы там ничего не докажете. Скорее всего, это... Я думаю, и так понятно без моих слов. А что тут думать об этом? Я так не запомнил. Слишком для меня сложно услышать такого подлеца. Раньше косил как человек. Нет, не косил. Не думаю, что ты прав. Косить под человека. Раньше был контент, он все-таки бегал за бутылками. На это можно было посмотреть. Даже 100-200 рублей бросить как на развлечение. Вот именно, раньше. Сейчас уже это все прошло. Ты говоришь, косил под человека. Нет, ну значит ты плохо в человека разбираешься. Я так тебе скажу. По нему и так было видно, кто он и что. Или ты хочешь сказать, когда он у Сумыкина на хате двигался, это что, какая-то помощь людям была, что ли? Да нет, ну брось ты, это просто контент такой был. О чем ты говоришь? Это же непонятно, что ли? Он даже в лучшие годы свои, времена, примерно каким был, таким и остался. Так что нельзя говорить, что прям был человеком, а стал говном. Нет, всегда был говном. Не каждый может просто это распознать. Люди потом только догадываются, что он оказывается говно. Нет, просто присмотрелись только сейчас. Надо было повнимательнее посмотреть раньше. Три часа уже. Ладно, наверное, пойдем в сторону Алексеевской этой сразу. Там ситуация-то еще похуже. Здесь хоть выходы, входы есть, а там вообще, по-моему, один или два выхода. Все. Так, пишет мне.
последние деньки ноября, блядь. Кажется, что уже ползимы прошло. Проверяю в интернете, тем более таким алкашам. С сомнительной внешностью. Я знал, что он красив под человека, но не говорил, что я ему. Сомнительной внешностью. А какой у него, какая должна была внешность? Я, как раз у меня к его внешности претензий нету. Там поступкам есть претензии. Внешность у него соответствующая его каналу, его движению. Так что... Интернет — это псевдореальность, и тут друзей я никогда не ищу, опыт уже не маленький. Почему псевдореальность? Стримы — это реальность, вон, блядь, видишь, все, люди ходят, бродят, вот, блядь, за моей спиной реальность, видишь. Стримы — это реальность, просто нужно знать, где реальность, а где, блядь, чешут, заливают душу. Нет, фильтр работает, я могу понять, что есть план. Думаете, тоже может. Гнус ТВ. Тебя Аслан хочет уничтожить. Ты знаешь, как ты будешь жить? Ты будешь скрываться или нет? Он тебя собирается убрать. Тебе нужно бежать из Москвы или где-то не из Москвы. Я не знаю, где ты находишься. Спасайся бегством. Что будешь делать? Поделись планами. Когда вернется синяя дама. А что, еще не вернулась, что ли? Савеловский вокзал опустел, никого нет. Ну, бывает такое, что вообще-то там и делать-то особо нет, если так уж откровенно говорить. Там одна хуета осталась. Шерсть. Даже по вокзальным меркам это реально шерсть такая. Это персонажи смешных стояли, я думал запуститься, но один ушел, а второй может стоит, но я оттуда не пойду, потому что стрим собьется, скорее всего, там зависит. Ну, здесь и то интереснее было, да. Или того же у Рижского вокзала, помните, которого я снимал? Ролик 20-минутный. Кстати, позитивный человек. Вот он более... не пьянь, блядь, такая, которая там на Савеловском. Еще собрались в массе своей. Про доверие, дружбу, мы с ним отлично пообщение у себя на канале, потому что он одинокий, ему кажется, у него целая куча друзей, он почти счастлив, но тут появляюсь я со своей точкой зрения. Я не думаю, что у него целая куча друзей, ему кажется, не думаю.
У него в пике, когда на него смотрело 500 человек, бывали такие стримы. Он тогда, я думаю, понимал, что это просто зрители. Там из этих 500, может, 2-3 человека, которые реально можно было бы назвать друзья, но это так, относительно. Это просто зрители. Какие нахуй это друзья? Даже, блядь, не знаю, это я не видел никогда и не увидит. Просматриваю доброе дело, чтобы быть в курсе событий. Не полностью, конечно, оно где-то. За 2-3 минуты 2-3-часовой стрим можно промотать, да, вполне. Почему нет? Прям на слячую повозку металлолом. Конечно, не могу. Нет, и быть не могло, блядь. Пойдем. Мне даже немного его жаль, призрак жалости. Но я не жалею человека с низким интеллектом. А кого там жалеть? Кого там жалеть, если бы он этот, как его, тихий, спокойный, да, можно было бы пожалеть. Так это же чертило, блядь. Там демоны сидят. А, блядь, ты что, демонов жалеешь, что ли? Блять, поощряет своей это, блядь. Сущность такая, блядь, там накуривается, напивается, и она, блядь, лезет все из него. Блять, на ту сторону. Она была на ту сторону. Бля, запрутился, потерялся, стримы эти ебучие, если так понимают внимание. Теперь вышел на той стороне. Уже, блин, на карту смотрю, не могу понять. Тогда лучше поехать. Надо возвращаться. Придется переходить на ту сторону. Аслан Кутербекович сказал, если ГНУС отправит его машину на штраф в стоянку, то отвечать за это будет Олег. Да. Пусть пишет. Отвечай, Олег. Какой там Олег есть?
Я не знаю, кто такой Олег, интересно. Сколько Олегов есть в мире? Пара миллионов наберется, наверное. Ну, как раз пробегаться. А, вот этот дядька. Ну да, вот это правильно. О, здесь получше, кстати говоря. Все, Гнус, тебе пиздец, стану уничтожить тебя. Я бы на твоем месте бежал. Никакой Олег, никто не будет. Аслан уже вычислил твою геолокацию. Так что. О, здесь почище. Скажи, что будешь делать? Не сваливай на Олега свои косяки. Расскажи лучше, какие планы у тебя на будущее. Мне тоже хочется и бабу лепить снежную, чтобы с сисяндрами, большими широкими бедрами. Может заказать себе пару гробов с каретной стяжкой гробовщика. Гробовщик, он хуёвый гробовщик, он не умеет делать такое. Это не его работа, он не умеет. Гробовщик — это больше столяр, это нужно колотить, я знаю примерно, что такое, как их делают эти гробы. Мудя не умеет такое. Мудя среднестатистически обычный долбоёб. Он, блядь, наверное, я орудую молотком лучше, чем он. У меня есть такие большие подозрения. Не говорю про ножовку, блядь, пилу и всякое такое. Тут я точно, блядь, вижу. Лучше гораздо, блядь. Он, блядь, какие-то выше. Он, блядь, швея моторист, да он не умеет нихуя толку. Гробы это сложно, сложно. Пройдемся, не спеша. Надеюсь, нормальное качество вроде. Может сделать гроб, который развалится на второй день. Куда материалы закупит самые недорогие, а скажет, что лучше по всей Москве искал. Да. Ты очень хорошо просчитал его суть. Не он один, кстати, такой. Вот, блядь, видишь? Вот, блядь, принцип. Вот это вот делают в Москве, а скажут, блядь, что они положили супер дорогую. Ультра качество, плитка высшей категории. На самом деле самая дешевая плита, которая лежит. Оно так везде все. Он ничего нового не изобретает. Просто он прекрасно знает, как можно наебать народ. Заказчиков и всех остальных. Я уж про его этих вот подписчиков вообще молчу. Он такая тупость, такая скотобаза без мозга, с гитингом. Там наябывать-то нечего. Так все понятно. Сборище каких-то долбоёбов. С другой стороны, качество гроба тоже не обязательно.
Какая разница? Главное, что помнят, был презентабельный внешне. День, два, три. Дальше, что там будет в земле, уже мало кого интересует. Как можно понять. О, елка уже. Уже елка. Скоро празднуем, может быть. Короче. Разделять, что такое кукол. Это не профессиональное качество, это определение какое-то заокеанское. Наверное, этот кукол может быть хорошим профессиональным работником, да? Одно другому не мешает. Можно быть, блядь, и во всем неудачником. Такое часто встречается. Рекламу, сука, пидорасов. Я обычно по той стороне хожу. Ну, как-то раньше ходил. Помню, кстати, того. Да, мойка, бензоколонка там что-то. Знакомое место. Здесь редко бывает. Да? Ну, здесь вообще никогда не ходил.
пиздец, если ты все запускаешь со стрима после меня. Или у тебя какие-то проблемы. Я, если что, в электричке буду ехать через часик-полтора, буду смотреть. Это самые мерзкие чувства в человеке. Для меня лично Ну, есть еще кое-что похуже, чем ты говоришь, двуличие. Зависть хуже. Он же не просто так, он же знает, как это. Ты говоришь, зависть. Он же хотел бы быть каким-то суперстримером. У него же задатков нету, возможности, интеллекта, чтобы это сделать, правильно? Тем более он с подмоченной репутацией. Поэтому он же смотрит, знает, видит, что есть какие-то долбоебы, которым кидают донаты, там много донатов. Ему хотелось бы то же самое, а у него не получается. Но масштабы совсем другие. А насчет двуличия, ну это уже другое. Кошмарная погода просто. Сал ушел. Не думаю, что он в чат. Может, он готовится запустить свое хозяйство. Посмотрим, послушаем, что у него там. Правда, я пока занят. Я даже не знаю, сколько этот стрим идет. Наверное, больше часа уже точно. Хозяйство 32. 32 фильма.
диагональ телевизионная. Это когда человек врет и не моргнет глазом, а мысли его заняты совсем другими, противоположными чувствами. Вот это двуличие. Ну, на таком двуличии, поэтому у него канал не двигается. Понимаешь, да? Это кажется, я говорил не раз, кажется, что можно наебать подписчиков. Можно наебать дураков. Думаю, ты не обманешь. Ну это ничего не двигается, там одно и то же, одни и те же сидят в чате приписывают. Ему хотелось бы обновлять кровь, как говорится, да? Но как он будет это делать? Там же никакого развития, как по сути, нет. Зайди, посмотри, одни и те же ники сидят. Самые умные люди. Вот он их и обманывает. А новый заходит, новый посмотрит 2-3 дня, 4-5. Поймет про него все равно легко. Поэтому на двуличии, на обмане, нет, не подкатит никуда. Не построит ничего такого существенного. Уже давно понятно. Что было? 88? Плохой курс. Сотни пришли на конец. Роза, блядь, как не окоченела, вот нормально. Ну, блядь, сугробок и все замерзло. Блядь, светит перед первым камень, сука. Я что-то брошу. У меня там одна поездка есть. Я еще добавлю. Не работает? Не работает. Я не знаю, только подошел.
для Android рылся на помойках интернета, но половина суммы не будет для нас. Это платное с ограничением графика. Ладно, короче, заканчиваем тут. У меня деловые переговоры уже особо не интересны, так что ладно. Увидимся, услышимся как-нибудь еще. Будет время поговорить.